Меня зовут Арина Пономарева. Мне 7 лет. Я стала художником, потому что это творчество. Я люблю яркие цвета и очень рисовать. Я люблю рисовать больше всего животных. Домашних, диких, львов, тигров, кошек, собак. Потому что мне с детства очень нравилось рисовать. На конкурсе я нарисовала школьный автобус и назвала картину «Едем, едем». Я нарисовала в автобусе детей, которые едут после школы в счастливые домой. Мою картину я выполнила гуашью. Я выбрала гуашь для своей картины специально, потому что я очень люблю гуашью рисовать. Она очень хорошо ложится на бумагу. В будущем уже решила стать художником. Но у меня мама с папой, бабушка с дедушкой говорят, очень красиво, ярко очень. Я люблю город Пермь, потому что он красивый, яркий. Но я бы ему добавила еще немного яркости и добра. Я бы пожелала участникам, чтобы они прошли дальше, и всегда рисовали. А себе пожелала, чтобы всегда я рисовала и никогда не заканчивала рисование у меня. Меня зовут Глушкова Оксана. Я приехала из села Уинского. Я очень люблю рисовать, поэтому я хожу в художественную школу. Я нарисовала работу под названием «Вдохновение лета». Я на ней изобразила своих подруг, с которыми я очень люблю гулять по полям, валяться в душистой траве и смотреть на небо, как порхают бабочки и доносится приятный запах цветов. Я люблю рисовать вообще пейзажи, натюрморты, и мне больше нравится рисовать это все гуашевыми красками. Я приехала из села Уинского, учусь в детской школе искусств. Мне нравится в том, что в городе, например, там много где домов и много места для всяких посиделок. А в Уинске там домов не очень много и много, можно сказать, природы. Поэтому я очень люблю свое село родное. Я, можно сказать, живу на пригорке, и возле моего дома протекает речка. Я очень люблю там купаться, а возле речки есть поле и лес. Я там обычно хожу одна или с подружками гуляю. Я учусь в нашей любимой школе, она у нас одна. Я учусь в кадетском классе в 6-м Б. Мои самые любимые предметы, можно сказать, это ИЗО, математика и физкультура. Мне нравится на них слушать преподавателей, рисовать, играть в волейбол, в пинг-пол. Я очень люблю что-нибудь готовить, например, пирожки, ватрушки, оладушки, блины. Поэтому я хотела бы быть либо кондитером или же поваром. Мама даже говорит, что я очень вкусно готовлю. Я желаю всем участникам этого конкурса, чтобы они побежали всегда, всегда рисовали красиво. И чтобы у них не было такого настроения, например, чтобы не обижались, что они не выиграли этот конкурс, а всегда рисовали красиво и старались победить.